Ау, ёу, бэк! Какими? Какими судьбами? Ты что, согласен? Тебе пришел. Серьезно? Да. Давай я тебя потренирую. Да нет, спасибо. А что ты... Должничок. Кто должен папе денежки? Смело, давайте в магазин. Чтоб ты меня обанкротил, что ли? Сейчас. О, добрый вечер. Я видел, снимаю всякую. Что сейчас будет? Всякую порнографию. А? Что будет? С кумечкой. Да? С кумечкой, но... Че, готовишься? Да. Господи! Упаси боженька, куда мне готовить? Нет, конечно. Че ты? Рассказывал. Тетрис на свой снимает. Рассказывал. Че пришел? За тёлками. Своих мало. Че, ты был у нас? Был, конечно. Когда тебя еще не было. Я так и сделаю так, чтобы он идею не ходил. Чего вы меня снимаете? No comment, no comment. Как? Вот так вот. Поздоровайся. Всем привет. Это тебе. Это сколько здесь порций? Одна. Сколько тебе надо было? Сколько ты хочешь туда? Одна, ты сплюнул не одна. Одна? Сгорка обычно. Размер. Чё? Адверен. Да это не одна сгорка, что ты делаешь? Тоже. Вот я бы сколько ебашь. Может он то, что был комочками? Да? А потом как бы раз так... Пиздец, вы даже не палитесь. Давай, если бумагу доставай. Ты еще не все? Давай. Нет, сейчас я хочу... Ну вы что тут делаете? Да. Я сегодня первый раз. Да. Я с Гетцем пошел тренироваться. Я тоже. Да? Ну нет, вы сейчас закончите, а мы начнем. Мы ноги будем делать. Мы тоже ноги. А мы все вместе будем делать? Нет, я уже заканчиваю сегодня. Ну я говорю, вы заканчиваете, а мы начинаем. Да. Мы в 9 с ним договорились. Завтра хотела до шоколада доехать, но, наверное, закажу. Отправимся? Ну, конечно. Да, загорела вы? Это сама такая есть? Солярий. А. Не колешь? Для загара, нет? Нравится? А ты что-то боюсь? Что боюсь? Надо? Хочу колоть. Да куда тебе еще колоть-то? Чтоб ты вообще была как? Расскажи нам, как я накачалась, как я да, как быть в такой красивой форме круглый год, как сохранять такие красивые волосы и загар. Ты засмущалась? Да. Даже румянчик появился. Даже видно, да? В общем, ты нам не расскажешь свой секрет, да? Какой? Секрет красоты. Да? Ты же работаешь... Ты же работаешь где в салоне красоты? Это значит все. А что? Это ты не знаешь. Ну я догадываюсь, где может быть красота в салоне красоты. Наш тренер идет, да? А? Наш тренер идет. Идет? Идет просто. Он уже увидел, что я тут рядышком трус. Тыщ. Вот он, машина идет. Мимо куда-то только. Так, ну давай с разгибули начинаем. Разгибули, да? Разгибули это собственное выражение, да? Фишечка. С кардио ты не начинаешь, да? Нет. Это уже разминка. И ладно. Обиженная камера такая. Давай. Сколько повторений? Дай посмотри. Да, видишь, не раз. Это больше нравится, куда ноги разделили. А ты как тренируешь через день? Я получается 5 тренировок в неделю, последовательность ноги, спина, грудь, плечи, руки. Ко дням не привязываешься, просто из последовательности и кабриосом даже.
Вот и в субботу получается сюда, и на следующий день после первого канала. Приехать сюда. Ну-ка давай. Покажи там, что у тебя. Что у тебя? В штанишках. Я пошел штаны одену, блядь. Вы что позоритесь тут? Ноги не качают. О, господи, ты. Это еще не господи. Есть еще следующий левел. Тоже ноги не любишь, да, тренировать? Не, он, кстати, как бы это, боксер, но он ноги не пропускает. Бам! 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 Тебе так-то легко, ты просто так, специально, да? На камеру, да, играешь? А, снимаю? С палевом, здесь не без палева. Стаса Кирбитова, три. Да, меня. Пять. Паузу не делай вверху. Шесть. Низ нас. Семь. Вот все работает. Восемь. Тебе страшно? Побольше. Дай. Да у тебя Паша, конечно. Ну, вот. Мне чревато. Я скажу против тебя. У кого больше? Она у тебя последняя. Я садил ее тоже. Пау! Пау! Ебать его, да. Кстати, с большими ногами как-то ебано трахаться, да? Да? В чесноку, да? Ну, особенно, когда даже сверху. Да, не можешь, сука, сесть до конца, да. Еще когда особенно от тебя, вот туда лицом. Вообще пиздец. Хочется вот так вот разворачиваться. Я сейчас мысли вообще не об этом. Вообще да? Думаю. А так я не могу, я смотрю, у меня тут вообще мысли могут быть, блядь. Надо точно набить что-нибудь. Камера моя уже, короче, по. Как это называется? Воспитанность, да? Этикет, блядь. А что, да? Да, да. Так. Я смотрю, что вместо Стаса присел. Да, теперь Стас, давай. Твой разгон снизу, поехал. Давай, 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 поехал. Опа. О! Ну-ка, давай поглубже. Два. А где крики? Оп. Давай еще. Еще. Давай, 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 давай. Стас, ты что за приседание, блядь? Бля, какие-то не до приседы. Ну, делай легко. Два, сразу вниз. Три. Четыре. Пять. Так, мой эфир я обещал. Шесть. Восемь. А что там мы из легенды ушли сюда? Дайте. Вы его здесь тоже не дайте разминаться. Вот так вот, да? Ты что, по пути пока ехал, разминался в машине, не? Всегда на пампе, да? Что, соревнования завтра, что ли? Не выступай, да, не надо, потому что дай ему выступить. По категории, как думаешь, мы можем выступить? Ну, а сейчас эти есть, которые как бы, как раньше, классики были. А, сих-сих. Да. Пять, давай, интересно.
Не, есть так. Да. Блять. Это все равно, что маленькая женщина, да? Висит на твоих яйцах. Она просто на хуйню присосала и все висит. Такая. Супер вакуум, да. Махай там пацан после нас. О, блядь. Раз, пусто, Саш. Еще что ли будет? Конечно, блядь, еще надо. Сколько еще? Сколько сделал? Много? 20 сделал. Ты чтоб яйцо не выпало. Я позаботился. А, плавки. Ты его втянул? Можно яйцо втянуть. Вакуум. Кстати, когда вакуум делаешь, яйца поджимаются, зайдет. Бум. Я как бы если я скажу, если бы я не выспал, я бы так же потерялся. Да не, наверное. Да-да, я тебе отвечаю. Ну, правило 20 лет. Мне нужно, чтобы у меня это, вот, расцвет в башке был. Не нужно, чтобы у меня как бы зависимость от тренировок. Мне нужно выебаться, чтобы я себя чувствовал нормально. Вот так вот. Я тебе отвечаю. Это чтобы кто-то так же тренируется. Нет, не надо просто выебать, чтобы я себя чувствовал. Ну да, это выебать, если я выебать, да. Это Ксюша. Ксюша. Что ты стесняешься-то так? Ты что там присела? Вот и подходит наша тренировка к концу. С Пашей доделаем последний подходик на игры. Сколько у нас тренировка длилась? Полтора часа? Да не больше. Больше? Больше. Около двух часов. Все, пиздец. Нихуя. Теперь да. Так, ну что, со Суби Стасом потренировались, загребали ноги. Саша, как тренировочка? Отлично. Мне тоже очень понравилось. Сделали сколько упражнений? Я не знаю. Ну, короче, нормально сделали. У меня получились судороги на бедрах. Так, два ножки еще оценим. Икры смотрим, да? Да. Какие икры, блядь? Игры мы смотрим. Игры ты с другим спортсменом будешь смотреть. На самом качнули, все круто. Вот, давай, красавчик. Смотрите видосик. Смотрите видосик у Стаса на канале, будет полное видео нашей тренировки. Очень много не вошло в программу, да. Там будет очень интересно и будет очень горячо. Так что давайте все переходим, да. Ссылку на Стаса укажу здесь. Красава. Давай. Круто, мне понравилось. Кажется, там еще повторим. Обязательно. Кажется, ноги там. Спину какую-нибудь, да? Руки, плечи. Ну, можно руки, плечи. Ой, ну, это моя пушечка, конечно. Чтобы на пампе. Да, вот.